Друзья, в продаже поступил Honda Aqua 2008 года выпуска. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,4 литра, мощностью 201 лошадиная сила. В паре с этим двигателем стоит автомат, сам авто на переднем приводе. У автомобиля три владельца. Отличное техническое состояние. Очень хорошая комплектация. Сам авто на литых дисках. Электропривод переднего кресла имеется. У задних пассажиров свой подлокотник с подстаканниками. Парктроники сзади, парктроники спереди также по автомобилям. Сам салон кожа в черном цвете. Комплект резиновых ковриков имеется. Все четыре стека электроподъемника автоматические. Память водительского сиденья, электрорегулировка и складывание зеркал. Соответственно, электропривод водительского кресла также есть. Омыватель фар, мультируль, круиз-контроль, лепестки под рулем, датчик дождя и света также имеется. Штатная мультимедиа, двухзонный климат-контроль, подогрев передних кресел. Также в автомобиле есть люк. Приезжайте, смотрите, забирайте.